В первую очередь я порекомендовал бы молодежи, воздержаться вообще от принятия алкогольных напитков, потому что это на самом деле большое искушение. Мы знаем из Писания, да, что не упивайтесь вином, но наполняйтесь Духом Святым. Я, в принципе, сам без проблем могу выпить там бокал вина или еще что-то, но я этого не делаю. Если я это делаю, то это не обладает мною. Но многие, они прикрывают свой грех, свое желание, пьянствовать, там, алкоголи, прикрывать тем, что, ну я же чуть-чуть, в Библии же написано, что можно пить. Написано, что пьяницы и блудники, они Царство Божие не наследуют. Поэтому нам нужно, ничто не должно обладать нами. То есть, как бы я свободен в этом плане, но я этого не делаю, я не пью. И не советую также вам прикрывать какой-то, свой грех или какую-то зависимость тем, что Писание же говорит, что нам нужно. Если ты свободен выпить чуть-чуть, а потом не пить, то ты можешь позволить себе чуть-чуть. Но я бы не желал тебе этого. Поэтому не искушай себя, упивайся Духом Святым, наполняйся Словом и не будь искушаемым дьяволом.